в списке состоялся чемпионат Дагестана по боевому самбо, посвященный памяти героя России Адильгерея Магомедтагирова. Это значимое событие прошло во Дворце спорта имени Али Алиева, где на ковре встретились около 100 лучших спортсменов республики, чтобы продемонстрировать свое мастерство, силу и волю к победе. Боевое самбо – это не просто спорт, а система, сочетающая элементы самозащиты и комплексных боевых техник, испытанных на прочность временем и практикой. Этот вид борьбы требует не только физической силы, но и тактического мышления, быстроты реакции и полной самоотдачи. На турнире были представлены 7 весовых категорий – 58, 64, 71, 79, 88, 98 и свыше 99 килограмм. Это идет подготовка чемпионата СКФУ оттуда, отбор на Россию, идет на Европу, на мир, короче. Отбор получается на чемпионат мира Европы. А вот сейчас у нас 2 человека попало на чемпионат мира. Гамза Мухтар уже 5 раз один. Он трехкратный чемпион мира. Один раз третьим был на мире. Сейчас 5 раз поехал на сборах. Я сам вылетаю с ними вместе, там Астана будет. Еще Абу Субьян, Алиханов тоже. Он, правда, за Нижний Новгород выступает, тренеров, наших тренеров пишет, и он тоже будет. Будем болеть за них. В этом году мемориал стал знаковым событием для спортсменов, болельщиков и тренеров. Организаторы планируют, что уже в следующем году чемпионат памяти Адильгерея Магомедтагирова получит статус всероссийского турнира, что позволит привлечь к участию бойцов со всей страны и повысить престиж турнира, сделав его важной площадкой для развития и популяризации боевого самбо в России.